Здравствуйте, вы смотрите программу «Разговор по душам». Я Галина Топилина. Мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют многих и могут коснуться каждого. Сегодня попробуем разобраться в себе и узнаем, где в глубине нашего сознания живут субличности и спрятан ключ к саморазвитию и к самопознанию. На все эти вопросы отвечает особый метод психологии – психосинтез. Поговорим об этом подробно. У нас в гостях психолог Наталья Морева. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Итак, психосинтез – это способ работы с личностью, метод такой в терапии, да? Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это такое? Вы правильно сказали, что это один из методов, их много, в котором работают психологи. Если говорить простым языком, то вот прям очень просто, то психосинтез, он помогает человеку внутри себя согласовать рассогласованные какие-то части. Возможно, с первого раза это не очень понятно, но дальше мы в беседе раскроем подробнее. И тоже хотелось бы отметить, что всем психологам и людям, которые ходят к психологам, обращаются, важно понимать, что вот в глобальном смысле, несмотря на то, что методов работы очень много, можно их свести вот к двум основным инструментам. Это психоанализ, тоже достаточно известный на слуху метод, и психосинтез. И вот они разные. Даже по названию можно понять, что это разные процессы. Психоанализ, он помогает человеку осознать то, что внутри него неосознанно было ранее, а психосинтез уже согласовать то, что рассогласовано. То есть, отвечая на вопрос, с каким запросом люди приходят в психосинтез, это вот как раз чтобы согласовать внутри себя, да? Свое «я». Конечно, человек немножечко не так запрос формулирует, а более понятным жизненным языком. Я бы описала так. Человек понимает, что он хочет что-то в своей жизни изменить. Иногда непонятно, что конкретно нужно изменить. Просто вот есть ощущение, что нужно перемен для того, чтобы жить лучше. Иногда человек понимает, что есть какие-то проблемы. Но он либо не знает, как их решить, либо он что-то делает, старается, но это не разрешает этих проблем. И вот в этом случае психосинтез как раз таким хорошим подспорьем является для здоровых людей, у которых есть просто желание поменяться и решить какие-то проблемы. Что такое субличности? Мы уже несколько раз затронули вот этот вот термин. Что это такое? Раскройте. Да, действительно, если читаете литературу, если вот в интернете набрать, что такое психосинтез, то там как раз вот это понятие всплывает, субличности. Я бы описала так, что субличность — это определенная часть нашей личности, да, такая функция, которая выполняет определенную задачу. И мы ее просто как бы выделяем, осознаем, знакомимся с ней и формируем какое-то отношение к ней для того, чтобы понять, вот в каких моментах, где именно эти субличности конфликтуют, где у них противоположные немножко желания, да, если вспомнить стихотворение «Лебедь, щука и рак», «Лебедь, щука и рак», да, вот, они тянут все в разные стороны. Вот так же у нас внутри бывает, что разные части хотят немножко разного. И для того, чтобы чувствовать себя комфортнее, их нужно согласовать между собой. А откуда берутся в одном человеке такие разные субличности? Ну, у нас есть, вот, как я уже сказала, базовые задачи, которые мы решаем по жизни, какие-то базовые функции. То есть все люди живут, радуются, чего-то боятся, творят, да, пытаются как-то спрогнозировать будущее. И вот это какие-то наши такие задачи по жизни, которые мы постоянно выполняем. Соответственно, можно выделить, например, такую субличность, как творческая часть. Она у нас основывается на определенной зоне в мозге человека, которая называется неокортекс. Она дарит нам удивительную способность придумывать множество альтернативных решений в каких-то сложных задачах или в каких-то ситуациях неопределенности. Вот это ее задача в жизни человека, да? Вот это бесконечное множество вариантов нам давать. Она никогда не устает и постоянно ищет эти варианты, занимается поисковой активностью. Вот на основании вот этой задачи, на основании этой функции человека, мы выделяем ее как субличность, называем ее творческая часть. Вот, и уже дальше с ней работаем.
Она есть у каждого человека, да? Да, безусловно, это есть у каждого человека. А вообще у человека есть какой-то базовый набор вот этих вот субличностей? Или у каждого какие-то индивидуальные? Ага. Как вот это происходит в выявлении? Да, вот смотрите, я такую метафору вам приведу. Вот представьте, что личность человека – это огромное-огромное предприятие. Вот на нем работают тысячи людей. Но чтобы нам решить какую-то интересную задачу, которая поступила, мы можем взять узких специалистов и собрать из них команду. Вот эта команда, ну так метафорически, это будет субличность. И представляете, если очень много людей, то сколько этих субличностей, сколько разных команд под каждую задачу мы можем собрать. То есть получается, что субличности мы можем выделить бесконечное множество в психике внутри, да, нас, за счет того, что ну, разные задачи просто им давать. Но для работы нам достаточно такой скромный набор. Мы вот для психосинтеза 7 их выделяем. Это очень базовые. Это вот как раз про то, что творить, там, жить, бояться, прогнозировать. И еще вот есть там пару секретных. От всего мы их 7 берем. А вот эти вот субличности чем отличаются от понятие множество, как-то множественные личности, или как это называется, ага. Которые уже, больше в психиатрии. Множественные личности — это действительно уже психиатрический диагноз, а там немножко про другое, там про то, что там несколько действительно личностей внутри одного человека. У здорового человека внутри одна личность, здоровая, просто с определенным набором функций и задач. То есть субличность это какая-то социальная роль, социальная функция, да? Это вот оно или все-таки это немножко другое? Да, опять же, если придерживаться вот метафоры про большое предприятие, можно сказать, что социальная роль, например, там, я дочь или я сын, да, я отец, я мать, это тоже такие наборы, это команды, которые собираются из чувств, мыслей, поведения, желаний людей для того, чтобы вот решать задачу непосредственно материнства, отцовства, там, родительских отношений. И те личности, с которыми в психосинтезе мы работаем, вот они ну, чуть глубже на базовом уровне. То есть они могут, их можно еще выделить даже в каждой социальной роли. Какой-нибудь пример? Пример, да, давайте. Вот смотрите, например, человек работает, и он очень любит свою работу, ему действительно интересно, он вдохновляется, он хочет творить. Это вот одна его часть, например, творческая часть, она вдохновлена, она хочет творить на работе. Но есть другая часть, которая боится. Бояться можно на работе многих вещей, например, можно бояться начальника очень сильно, можно бояться обстоятельств каких-то рабочих, можно бояться ошибки очень сильно. И тогда вот это столкновение двух частей. Одна очень хочет творить, заниматься, работать, другая очень боится. И тогда какие варианты есть у человека? Он либо будет работать вот в этом страхе, соответственно, он будет работать в напряжении, и он, ну, его эффективность тогда будет под вопросом, да? То есть это явно меньше КПД, чем если он без страха. Либо он будет вообще избегать этой работы, да, потому что там, часть, которая боится, перевешивает и хочет убежать. И множество еще других стратегий может быть, вот, исходя даже из одного этого конфликта. Разные исходы могут быть абсолютно. Вот такой пример, как в рамках одной социальной роли, да, работник, могут столкнуться две такие базовые субличности. И психосинтез помогает в этом разобраться, да? Как вот, что он делает? Конкретной вот в этой вот проблеме, в этой ситуации, угу. Как он поможет расставить по местам все? Да, когда мы знакомимся с этими субличностями, ну, то есть человек понимает, что это вот не просто какая-то непонятная ситуация, что-то происходит, я не понимаю, что, почему я боюсь выполнять свою работу, да? Когда мы это представляем через конфликт двух частей, это становится более понятным. И тогда мы можем с этим что-то делать, да? Мы можем найти какие-то варианты, где они договариваются и где каждая из этих частей в выигрыше. И тогда вот это напряжение уходит. И тогда от сотрудничества частей, то есть мы не просто убираем конфликт, мы их учим сотрудничать на пользу друг другу и человеку, в принципе. И тогда человек получает, конечно, намного больше от сотрудничества, потому что вот эти внутренние какие-то противоречия, внутренние конфликты, они скрадывают потенциал.
который есть у человека. Хорошо, ну про механизм мы чуть попозже поговорим, как это работает. Еще я хотела спросить, читая о психосинтезе в литературе, я встречалась с таким понятием, как сверх-я. Это что такое в контексте психосинтеза? Это у каждого человека есть это сверх-я? Или нужно это поискать, как-то зародить в себе? Да. Расскажите. Сверх-я — это очень рабочий термин, то есть такой для психологов. И вот здесь тоже нужно отметить, что в психоанализе тоже есть понятие сверх-я, но оно абсолютно другое. То есть, ну, очень разный смысл несут сверх-я в психоанализе и в психосинтезе. Поэтому я уточняю, что я говорю только про психосинтез. Чтобы объяснить, что такое сверх-я в психосинтезе, я тоже метафору такую приведу, образ. Представьте, что у каждого человека внутри есть солнце, свое собственное. То есть вот сколько людей, столько солнца внутри. И оно является природным источником энергии, бесконечной. Оно греет, светит, то есть внутри. Опять же, да, там никакого света снаружи мы не видим, но внутри вот это ощущение, что внутри тепло, хорошо, спокойно. Но у нас же есть и другие части, не только сверх-я. Если они конфликтуют, то на солнце появляются тучи. Может быть, одна туча, да, если там какой-то маленький конфликт. Но может быть и такая ситуация, что у вполне здорового человека накопилось несколько разных конфликтов, и тогда тучи закрыли солнце абсолютно. Оно светит, продолжает, ну вот за тучами. Мы его не видим, и внутри нет доступа вот к этому сверх-я. И если вы вспомните, то вот депрессивные состояния как описывают обычно? Что внутри как-то серо, уныло, болото какое-то. То есть вот как раз вот эта метафора очень подходит под то, что как будто бы тучи закрыли солнце, нет внутри вот этого света тепла. И когда мы эти конфликты разрешаем, когда мы примиряем вот эти части внутри, тучи рассеиваются, и человек опять получает доступ вот к этому своему сверх-я. То есть он получает доступ к своей энергии, он получает какое-то тепло и свет опять же внутри. Да? То есть он внутренне ощущает вот этот вот мир спокойствия и хорошую погоду. И вот можно на детях хорошо заметить это, да, вот чем дети отличаются от взрослых. Вот у них там тучек точно меньше, они вот всегда с теплыми ручками, и вот как-то светятся глаза у них. Вот это как раз про то, что у них очень хороший контакт все еще со своим вот этим сверх-я, вот с этой частью. А у взрослых может быть уже тучки. Иногда. С чем это связано? Тут все логично, наши субличности решают задачи, которые нам ставит жизнь. И чем взрослее человек, да, тем больше задач он решает. И вот в каких-то задачах больше социальных ролей, опять же, да, становится. Вот здесь как раз и почва для столкновения каких-то функций, да. То есть одна часть наша хочет вот этого, другая часть хочет вот этого. Договориться они сами не могут, потому что обе считают свою задачу очень важной. Вот появляется этот конфликт. И если еще глобально сказать, да, то кроме того, что вот эта субличность, каждая решает свою задачу, там, например, творческая часть — творить, придумывать, да, у них у всех есть одна общая задача. Каждый человек хочет жить лучше, ну, постоянно как-то улучшать свою жизнь. Вот эта задача — как жить лучше. И если вот этот коллектив в ссорах, да, то есть он занят какими-то конфликтами, то вот эта глобальная задача решаться не будет. Ну, это на примере любого коллектива можно посмотреть. Если они ссорятся, то эффективность коллектива снижается, задачи не решаются рабочие. А получается, в каждом человеке, ну вот так, судя по нашей повседневной жизни, скорее всего, уживаются разные субличности в том плане, что и положительные, и отрицательные какие-то, да? Нет идеальных людей. Mm-hmm. А есть вот такой момент, что психосинтез стремится к тому, чтобы человека сделать идеальным, чтобы, например, какую-то с негативным окрасом субличность убрать, спрятать, заглушить и вывести на поверхность наоборот. Ту же творческую часть, может быть, еще какие-то такие
позитивной субличности. Я не могу согласиться с тем, что какие-то из них плохие. То есть, опять же, да, у каждой своя функция. Ну, например, вот если мы говорим про субличность, которая задача, ну, бояться, например, да, страх испытывать. Но это же тоже охранная такая защитная функция. То есть, по сути, она хорошая. А неприятные какие-то эмоции, чувства возникают уже, когда происходит вот этот конфликт. Да, то есть, где они сталкиваются с кем-то другим, с другой субличностью, вот тогда уже становится как-то некомфортно, неприятно, и поэтому думаем, ой, что-то плохое, наверное, одна из них плоха. Вот, и тогда, если мы понимаем, что все субличности хорошие, да, и берем понятие идеального человека, ну, как бы логично, что если все субличности хорошие, значит, человек идеальный, наверное, да, но нет. Идеальный человек — это такая философская проблема. Почему? Потому что, ну, нет никакой договоренности абсолютно между людьми, кто он такой, этот идеальный человек. А договоренности нет, потому что у каждого идеальный человек, он свой, свои представления. Идеальный человек — это скорее ориентир, чем действительно какой-то реальный человек. Называется вот в психологии, в психосинтезе мы его называем «идеальное я». Вот это представление об идеальном человеке. И это тоже можно вот так в рамках психосинтеза выделить субличность, которая хочет стать идеальным я. Да, то есть человек говорит себе, я хочу стать вот таким вот идеальным. Это будет одна субличность. И будет другая субличность, которая говорит, а я не могу стать идеальным, это невозможно. Потому что между нами там вот такое огромное большое расстояние между тем, что я действительно про себя знаю, какое и каким мне нужно стать. Ну, просто пропасть. Это не получится. И вот этот конфликт. Это очень частый, на самом деле, конфликт, когда человек между тем, кем хочет быть человек, и между тем, кем он является. А что происходит в процессе психосинтеза? Да? Почему этот конфликт тоже снижается, снижается напряжение, хотя мы вроде бы не работаем вот с этими идеалами. Во-первых, пересматривает человек вот это понятие идеального «я», он понимает, что в этом идеальном «я» его, да, что он действительно хочет, а что там, ну, не то что навязано, но скорее взято из внешнего мира какие-то ориентиры, да, которые точно не его желание. Он это пересматривает, уже идеальное «я» становится помягче, требования. Вот. И из-за того, что он знакомится со своими субличностями и с собой так поглубже, получше знакомится, вот, получает доступ, опять же, к этому сверх-я, к своему солнышку. У него фокус смещается на свои сильные стороны, на свои особенности. Они уже не кажутся какими-то плохими, не такими, да, то есть человек начинает себе нравиться. Переоценивать, да? Да. И свою личность. Вот это удивительно, но все, когда знакомятся вот так лучше с собой, смотрят на свои вот эти части, они все нравятся. Там нет хороших и плохих. И тогда получается что? Что идеальное «я» уже не такой запредельный какой-то недостижимый образ. Можно сказать, что это улучшенная версия себя просто становится. И что человек понимает, что вот она где-то в ближайшем будущем есть, и я вполне могу ее достигнуть. То есть вот этого сильного конфликта, что хочу и не могу, его уже нету. Не обращаясь к психосинтезу, человек сам может справиться с этим моментом? Да, конечно. Я думаю, что очень много людей, надеюсь, во всяком случае, что которые обладают вот такой способностью внутренний мир свой находить. Возможно, их этому даже родители учат. Может быть, не родители, может, кто-то другой учит. Но вот я думаю, что такие люди, да, есть. А вот такие субличности и роли, как внутренний критик, тень, там еще внутренний ребенок. Угу. Это вот тоже из области психосинтеза или это немножко другое? Ну, нет, это не из области психосинтеза. Есть еще несколько методов, которые работают тоже на основании концепции субличностей. И да, и тени, и внутренний ребенок, и критик, их можно назвать тоже такими частными случаями субличности. Да? То есть это тоже какое-то
Совокупность мыслей, чувств, поведения, желаний человека. Но в чем отличие, наверное, вот других концепций от концепции психосинтеза? В том, что здесь мы именно предлагаем почувствовать эти субличности, потому что каждая субличность, она по-разному чувствуется, и отношение к ней по-разному чувствуется. То есть это не просто разговоры в третьем лице о какой-то части себя, да, вот у меня есть какой-то там ребенок, он что-то хочет, то есть как бы такое немножечко отделение, вот, а больше такая глубокая работа на сенсорном уровне, ну, то есть это не про слова, а про ощущения. Давайте теперь к механизму перейдем. Как это работает? Как проходит занятие, из чего оно состоит? И как вот так получается, что в голове у человека рождаются, ну, точнее, не рождаются, а он сам выделяет у себя вот отдельно эти субличности и работает, прорабатывает их? Тоже достаточно сложно вот так в паре слов сказать, потому что все-таки программа большая. Но если вкратце, то какие у нас этапы? Мы обязательно и про теорию говорим, про то, как это работает в теории. Делаем нейроразминки, чтобы немножко мышление переключить в другую сторону, да? Попробовать мыслить по-другому, не так, как мы привыкли. Активировать правое полушарие, более творческое, да, за счет творческой части. Затем мы пробуем синтезировать понятия. Ну, для примера, вот, например, я вас спрошу, что будет, если добро и зло объединить во что-то третье, синтезировать, что получится? Не знаю, что отвечает. Ну, разные, конечно, у каждого очень индивидуальные слова, но вот человек начинает, да, задумываться. Мне кажется, их невозможно объединить. Возможно. Вот сегодня буквально с утра у девушки спрашивала, она сказала, нейтральность получится. Вот, то есть это вот сначала мы пробуем вот на таких простых примерах. И когда, ну, уже человек немножечко понимает, да, про что мы, такой навык появляется, мы уже начинаем работать глубже, уже вводим понятие субличности, знакомимся с ними, работаем с психическими образами, то есть визуализируем их, и обязательно понимаем не только головой, да, то есть важно вот именно еще чувственную ткань подключить, именно вот на уровне чувств что-то менять. То, что очень, самое главное, это же чувство по отношению к себе изменить, чтобы оно было приятным. А как это подключается, чувственная составляющая? Как это, медитация происходит или что это? Ну да, когда мы начинаем работать с психическим образом, у нас есть картинки, как образы, да? В голове? Да, зрительные. То есть, ну, если мы, там, нужно представить стул, мы представим стул, и у каждого это будет какой-то особенный стул. А есть образы чувственные, да, там... Ну, чувство легкости, чувство уверенности. Вот. И когда вот эта картинка совпадает с ощущением, вот, это тоже психосинтез. А есть те, кому не подходит такой метод, ну, у кого не работает воображение, вот эта вот образно-чувственная составляющая? К вам приходят такие и говорят, что вот я не вижу этот стул, я не чувствую этой легкости. Но, с одной стороны, есть люди, которые, ну, считают, что у них плохо развито воображение, а у других намного лучше, ну, что они менее творческие, а кто-то творческий. И да, конечно, бывает так, что все равно, ну, люди, кто-то легче видит эти психические образы, кто-то более, например, предрасположен к слуховым образом, да, то есть ему легче представить, как музыка играет, чем увидеть картинку стула. Но, с другой стороны, это же опять вопрос к творческой части, да, это ее функция, отвечает за внимание, за воображение, и, соответственно, если мы с творческой частью налаживаем контакт, то и воображение начинает тоже работать намного лучше, то есть это все поправимо, если человек хочет улучшить работу своего воображения, это вполне реально. К
Какие результаты дает психосинтез? Ну, понятно, что там согласуются, начинают жить дружно все субличности, ну, или какие-то там отдельные, которые берем во внимание. Что в итоге получает человек от этого? Ну, вот до этого я касалась уже того, да, что бывает, если мы получаем доступ к сверх-я и примеряем субличности. Сейчас хотелось бы сказать с позиции, наверное, отзывов участников, которые мы слышим, чтобы и другую сторону понимать, да, как люди описывают то, что происходит. Но в основном все в первую очередь отмечают, что они становятся спокойнее и становятся меньше суеты. Это, в принципе, закономерный результат, потому что одна из задач психосинтеза — это вот освободить как раз от излишнего напряжения и снизить тревогу или вот максимально от нее освободиться. А еще отмечают, что повышается стрессоустойчивость, становится больше энергии. Это как раз происходит за счет того, что раньше какая-то очень много усилий, очень много энергии тратилось вот как раз на сдерживание этих конфликтов, на решение их, ну, на снятие какого-то напряжения, сдерживание, да. А сейчас этого не нужно, и поэтому энергии стало больше. И уже сталкиваясь с какими-то ситуациями, человек решает их намного легче. Это тоже они отмечают, участники, в своих отзывах. Это как раз связано вот с работой творческой части. Потому что когда она нам все время предлагает очень много интересных красочных вариантов, то человеку намного легче выбрать себе подходящий и реализовать его. Получается, что вот какие-то жизненные ситуации уже не так беспокоят и намного легче с ними справляться. Вот. Ну и, конечно, можно отметить, что положительно сказывается на здоровье, на сне, на мимике, потому что уже у нас как бы не отягощена наша мимика и здоровье вот негативным отношением к себе именно, да, потому что когда я себе не нравлюсь, когда у меня к себе большие претензии, это и на лице тоже отражается. В одной из прошлых передач мы говорили о психокосметологии, когда как раз разглаживаются мимические морщины, выпрямляется осанка, становится более уверенный шаг и появляются искорки в глазах. Вот психокосметология — это как раз из психосинтеза, да? Да, вот идет. Инструмент в основании как раз тот же самый. Это вот синтез психических образов, да, когда мы согласуем, объединяем и что-то новое получаем, больше, чем вот эти две изначальные отдельные части. Но психокосметология просто направлена именно больше на работу с внешним и больше именно создана для женщин, это женская группа. А психосинтез, вот именно та программа, если говорить о программе, не о методе, она работает и с внешним, и с внутренним. Наша передача подходит к концу. Последний вопрос. Насколько стойкий эффект от работы по программе психосинтеза? Вот эта способность согласовывать разные части, она остается с человеком навсегда. То есть, когда человек понимает, как это работает, он может этим пользоваться всю оставшуюся жизнь. До 6-12 месяцев идет такой усиленный эффект, когда вот еще творческая часть, там попутным ветром все время дует, да, когда вот это ощущение от знакомства близкого с сверх-я вдохновляет, вот. И, конечно, после того, как вот эта команда внутренняя сотрудничает и как-то очень эффективно решает задачи, тоже начинают происходить какие-то изменения в жизни, вот до года еще как бы все потом устаканивается, укладывается на новые рельсы, вот, а потом просто уже можно пользоваться только тем, что приобрел. То есть главное — поймать волну. Спасибо, Наталья, за ответы. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы говорили о том, как наладить отношения с собой. С нами в студии была психолог Наталья Морева. А мы увидимся через неделю. Всего вам самого доброго.